Эффект наезда фотокамеры может использоваться для придания динамики изображению или привлечения внимания к центральной части снимка. Заодно вы увидите, как определенный эффект достигается путем не всегда очевидной комбинации различных фильтров. Установим принятые по умолчанию цвета переднего плана и фона. Вызываем пункт меню «Размер холста». Изменяем единицы измерения на проценты, тогда не придется запоминать значение размера исходного изображения. И задаем размер холста в 2 раза больше, то есть 200%. Применяем фильтр «Полярные координаты». С опцией полярный к прямоугольному. Поворачиваем изображение на 90 градусов по часовой стрелке. Входим в режим редактирования быстрой маски. Включаем инструмент градиент и создаем заливку слева направо, примерно от середины картинки. Выходим из режима быстрой маски и инвертируем выделение. Применяем фильтр «Ветер» группы «Стилизация» с параметрами «Метод ветер», «Направление слева». В следующем применяем фильтр «Размытие», «Размытие в движении» с углом равным 10 градусам и дистанцией в 15 пикселей. Применяем этот фильтр еще раз, но теперь с углом минус 10 градусов. Дистанция должна быть такой же, как в первый раз, 15 пикселей. Значение дистанции можно менять в зависимости от размера фотографии, которую вы обрабатываете. Силу применения фильтров лучше контролировать визуально, оценивая степень деформации изображения. Снимаем выделение. Поворачиваем изображение на 90 градусов против часовой стрелки и опять применяем фильтр «Полярные координаты». Но на этот раз с опцией «Прямоугольный к полярному». Наконец вызываем меню «Размер холста» и приводим значение изображения к первоначальным. Для этого надо в единицах измерения проценты задать значение 50. Нажимаем ОК, потом «Перейти» и все готово. Есть способ получить такой же эффект. Способ более быстрый, но и более примитивный. Дублируем слой с исходным изображением, перетаскивая его на иконку «Новый слой». К новому слою применяем фильтр «Размытие, радиальное размытие». Метод размытия выбираем «Зум». Качество можно поставить лучшее. Количество поставим 10. Много не стоит, картинка может очень сильно размыться. Теперь берем ластик с мягкими краями, стиль кисть, и аккуратно протираем дырку в верхнем слое там, где изображение должно быть резким. Сквозь эту дырку мы видим резкую картинку нижнего слоя. В результате эффект почти тот же. В этом втором случае фильтр радиальное размытие не оставляет нетронутой зону вокруг центрального объекта, и зона перехода от резкого изображения к размытому может быть заметна. Но зато этот фильтр позволяет менять точку схождения резкости, если можно ее так назвать, и она может располагаться не в центре снимка. Какой способ применять, зависит только от вашей творческой фантазии.